Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем проходить Dead Rising 3. На этот раз я предлагаю прокачивать рукопашный бой и жизнь. Все, больше ничего не прокачивать. И, конечно же, мы будем сейчас прокачивать рукопашный бой, потому что нам нужна защита в ближнем бою. Вот так вот. Правда, еще понадобится два поинта целых, но я думаю, мы с вами с этим справимся как-нибудь. Как-нибудь уж справимся. Так, что это такое? Экипировка теннисиста. Больше ничего не надо. Блин. Ну зачем вы отобрали мою самую любимую маску? Ой, как же мне этого не хотелось, а? Так. Вот. Вот это мне нравится уже больше, однозначно. Чертеж оружия. Трамбовочная кувалда. Кувалда плюс граната. Граната. И кувалда. Отлично. Супер. Дробовик. Мы тебя оставим. Будем орудовать ломиком. Ай, здрасте. Отлично. Собираем. Собираем по-быстрому. Вот, 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 вот. Нифига себе. Жестокая машина, страшная. Наверное, в немного брони, да? А куда нам надо попасть? Куда нам надо попасть? Опять нам надо ехать в другой конец карты. Снова, да? Хорошо, нам сейчас направо, налево, направо. Ага, отлично. Так, осторожно. Прекрасно. Едем, едем. Угу. Теперь сейчас направо, если я не ошибаюсь. Да, да, именно направо. Отлично. Опачки. Так, здесь можно такую же скрафтить себе, да? Так, пора... пора... А, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Уйдите вы! Задолбали, дебила. Вот, отлично. Идите все отсюда. Ай-яй-яй. Садись. Чуть не закопытились. Чуть не закопытились. Это было жестоко. Какие-то зомби злющие. Он так не кажется. Вот, отлично. Э-э-э-э-э. Есть где-нибудь еще машинка? Нормальная, а то у нас уже все дымится. Нет, у нас ничего нет, к сожалению. Жестоко. Ну ничего, мы продвигаемся потихоньку. Мы продвигаемся, и это самое, ауч, самое важное. Ай-яй-яй. Резкая машина, как понос, если ускоряться. Так.
Уходим. И уезжаем отсюда. На нормальной тачке. Спокойной. Так, тут мы, значит, не пройдем, да? Кто такая Нора? Расскажите мне. А то я что-то не догоняю. И знаете, мне уже порядком надоело туда-сюда мотаться в этой игре. То есть сделано абсолютно тупо. Никакого фаст-тревела, ничего нету. Блин, ну это скучно, как минимум, понимаете? По одним и тем же местам кататься. Даже сюжетные задания не спасают это безобразие. Особенно все это надоедает с учетом того, что карта маленькая. Так. Хорошо. Так, быстрее, 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 бро. Сюда. Так, тут можно где-нибудь покушать? Вот, вот, вот можно. Пилюля. Отлично. Уже стало полегче. Автомат, вот. Сейчас мы сделаем себе супероружие. Азаза. Отлично, азаза мы сделали. А что еще? Ну, теперь давайте уже будем непосредственно с ножом ходить охотничьим. Только, правда, потом с этим разберемся совсем. Опачки, чертеж. Иди нахрен. Так, боксер. Мачете и меч катана. Мачете есть. И... прекрасно. Иди отсюда. Да когда ж ты... Уйдите все от музея. Не подходите. Я слишком острый и опасный. Прекрасно. Давайте типа, сейчас пожрем все, что только можно. Так, хорошо. Уходим. Уйдите, уйдите отсюда. Пожалуйста. Диего, ты где? У тебя наш ключ. Хорошо. Кто твари? Ауч. Вот это было больно. Так. Нам еще автомат здесь найти, чтобы сделать азаза. А то азаза это очень круто. Тут есть пистолет. Но азаза, она не крутая совершенно. Если у нас нету М16. Ну, иначе говоря, просто штурмовой винтовки. Зато дробовиков в большом количестве. Называется «Берите, не хочу». Так, прекрасно. А, собственно говоря, что от нас требуется сейчас? Что надо сделать? Что надо сделать? Давайте мы сейчас закинемся молочком. Кирка. Но я сомневаюсь, что от кирки много пользы будет. В основном тут одна шняга, но есть... есть меч. Есть топор. Давайте мы сейчас проверим. Так. Меч катана, кувалда, дробовик. От палаш. Палаш и моторное масло. Пока что не то. Совсем. Пожарный топор, кувалда. Вот пожарный топор и кувалду можно сделать. Да, пожалуй, пожарный топор. Топор и кувалда это самое лучшее. Кувалда нужна, значит. И мы тут найдем что-то из этого. Револьвер, блин, сколько тут всего валяется, слушайте. Но все не то. А где наш товарищ?
Он дальше туда пошел, что ли, не понял. О, нет. Или сюда нужно нажать. Кто по мне стреляет? Ты что ли? Прекрасно. Вам можно тут хедшоты вешать, да, значит? Жесть. Так, и я что-то упустил. Куда наш товарищ делся? Давай же, чувак, выходи. Странно. Надо его еще найти теперь. А его нигде нету и нету. Ха. Бывает же такое. Как-то это все неприятно, как минимум. Так, тебя, человек-улей, надо кончить первым. Прекрасно. А тебя дали, ты тоже здоровый. Вот так вот, отлично. Может быть, нам сюда нужно теперь? Нет, тут тоже закрыто. А, что за хрень происходит вообще? Может мне кто объяснить, в чем дело вообще? Я чего-то не догоняю, да, наверное? А, нет, вот. Прекрасно. Чертеж. Топор-метатель. Жуткое название. Топор-метатель, пожарный топор и гарпунная... Так, вот теперь мы знаем, что нам нужно делать и как. Так, пожарный топор. Давайте мы его возьмем уже. Ага, так, сюда отойдем и закрафтим. Отлично. Жесть. И сколько же, по-моему, топоров-то надо выпускать? Не, конечно, круто, да, сделано, но как-то так себе одновременно с этим. В принципе, арбалет наносил гораздо больше урона при подходящих обстоятельствах. Так, а нам сюда, да, скорее всего? Нет? Нам не сюда? Как-то все это запутано. Запутано как-то это все. Даже игра начала подлагивать, что мне не нравится совершенно. Нет, хорошо, хорошо. Или только сейчас целью? Появилось у нас. А, вот оно что. Диего? Да прекрати же! Диего? Прошу тебя. Диего, я тебя прошу, приди в себя, сейчас валить надо, нам не до этого. Приближаются неизвестные организмы. Судя по анализу, безуглеродные. Валить отсюда надо, рванет же скоро. Вас понял. Организмы будут нейтрализованы, а образцы доставлены на корабль для анализа. Стой! Диего! Стой! Так, против нас человек-космонавт, да? Вот. Мочить тебе надо. Ах ты, падла! Так. Так, прекрасно. Нифига себе! Контратаку мне сделал.
Собака. Так, ну тут надо разбираться с Азазой. Азаза? Собака такая, летающая. Надеюсь, тебя скоро такой же пламя из жопы повалит. Какого? Но? Так. Чего? Прекрасно. Ах ты тварь. Ну-ка. Так, быстро. А, притормози. Ух ты. Да брось ты. Ух ты, нифига себе. Так, 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 так. Вот это мне не нравится. Что происходит снизу, я не знаю. Тут зомби. Блин. Офигеть. Что за бред? Дебилизм, блин. Ах, мне эта игра начинает раздражать, просто не то слово. Fucking developer. Дебилы тупые, блин. Какой же там собака? Вообще играть невозможно. Диего! Пошел в жопу! Давай, иди к нему, что ты ждешь-то? Ну. На. Так, давайте мы выжрем. Потом пойдем еще сейчас с вами подберем что-нибудь. Если тут есть, конечно же. Пока что, судя по всему, из съестного тут уже больше ничего не лежит, да? А надо, чтобы что-то лежало. Вот. Вот есть. Так. Ну что? Да хватит-то уже летать, шмель сраный. Так, отлично. Нате в жопу, в пердак тебе. Так, так, так. Нормально. Справляемся. Вроде бы частично. Какой ты брат, блин? Сестра. Ну-ка. Ну. Не летай так быстро, с такой скоростью. Товарищ. Блин. Вот это бред. Я же ему сделал нокдаун. С какого фига? Так, отлично. Вот сейчас он сделает контрольную.
Диего! Диего! Пальчо, мама. Извини, что мне пришлось тебя сбить. Прошу, вставай. Чёрт, Ник. Что ты там повторял? Панчо, мама? Панчо, мама? Так мама в детстве говорила. Больше я почти ничего из детства не помню. Где-то я уже это слышал. Ник, я тебе что покажу. Иди сюда. Ну иди. Я тут такое нашел, что прямо жуть, я чуть со страху не обделался. Идем. Знакомый мужик. Карлито Кейс? Еще бы. Ну, это ж террорист, устроивший эпидемию зомби в Беломете в 2006-м. С ним сестра его была, Изабелла. Они привезли паразиты из Центральной Америки. А что потом с ним было, а? А? Там и помер, наверное. А она, тут написано, исчезла. После Fortune City они же должны были эту хрень под контроль взять. Я ж думал, эти чипы с зомбриксом для того и придумали. На этого глянь, а? Видишь? Я как глянул, чё-то дурно не стало. Предположительно, этот зомби начал эпидемию в Смитвилле в 2007 году. Первую эпидемию после Уилламета. На шею ему посмотри. Не-не-не, твою мать! Это что еще за нахрен? А я знаю! Какого хрена? Твою... Ладно, первым делом, проблемы, которые мы еще можем решить, окей? Сначала покинем город, потом поймем, что происходит. Ключ у тебя? О, черт! Меня грабанули по пути сюда! И я растерялся. Забрали ключ от самолета. Ник, его надо вернуть. Что такое? Ничего, мужик, ничего. Все путем. Пойдем, найдем уже эти ключи. Ну молодцы, молодцы, попиарили свою же игру, особенно вот это. И уж тем более вот это. Вот так вот. Хорошо. Так, давайте мы сейчас яблочко съедим. Отлично. Потом возьмем наш топор-метатель. Что мы тут можем сделать? Ну, купить очки? Они сказали, что о! Там живут все богатеи. Вот, отлично! Супер! Такс, и... Тут много-много жратвы, которая нам, в принципе, так и не нужна. Поэтому мы обойдемся без нее. Хорошо. Уходим. Я бы никогда на тебя по доброй воле не напал. Ага. Я тебя отмутузил, так ты сразу стал разумным, да? Засранец. Я понимаю, правда. В такой ситуации никто не ангел. Да, мы люди. Что здесь произошло? И как туда проехать? Со мной же этот чувак не полезет, правильно? А на машине можно сюда на лестницу? Можно. Только осторожно. Я, конечно, знаю, что я совсем с ума сошел. Нет. У меня плохое предчувствие. Что здесь произошло? Они все мертвы. Так это же хорошо, что они все мертвы. Меньше народа, больше кислорода. А здрасте. Так, здрасте. Так, вот замечательно. Ауч, берем нашу кувалду. Да вы чё, издеваетесь что ли? Издеваетесь надо мной? Вот так вот. Уходим, уходим. Тут байкеры, скорее всего, всех перемочить успели уже. А можно на мопед? Давай.
Осторожно. Осторожно. Так, стоп. Нам сейчас куда нужно? Мы сейчас где? Так, ага. Хорошо, нам сейчас нужно на мост. А, ну конечно, через эти фигни мы с вами не проедем, да, никак. Блин, дерьмово. Или нам вот здесь нужно. Да, скорее всего, нам надо вот здесь проехать. Опа. Осторожно. Блин. Осторожно не получилось. Садись. Давай, напарничек. Быстро тут, давай. Так, и нам сюда сейчас. Ок. Вот здесь будет посложнее, конечно. Ох, легко нас будет сейчас тут сбить. Но мы постараемся справиться. Раз уж сильный мопед. Так. Вроде потихоньку справляемся, да? Ну, относительно. Относительно справляемся. Тихо, осторожно. Осторожно. Все должно быть нормально и гладко. Как пупка младенца. Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, пука. Так, осторожно. Знаете, что я только что сообразил, что я сделал большую ошибку. А почему ты? То, что тупица. Иди ты отсюда. Кореш. Так. Вот так прекрасно. А, ух ты. Защита в ближнем бою, замечательно. Вот так вот. Давай, садись сюда. Диего. Вот правильно, зомби скинул, сам сел. Так и надо действовать. Конечно, машин физика нереальная просто. Или я неправильно поехал? А, нет, правильно. Там сейчас туннель будет. Я его помню. Отлично. Так, мы справимся. Нормально. Жалко, что дверьми нельзя хлопать. Я не помню, в какой игре можно было хлопать дверьми, чтобы зомби сбросить. Но можно было. Ой, жесть. Ох, щи. Ага, отлично. Так. А, подождите. А вход где? Я что-то спутал, что ли? Подождите-ка. По-моему, я что-то намудрил. Не надо стрелять по мне. Я нормальный, я свой. А, ну да. Знаете, пока напарник идет, мы сейчас все сделаем по-быстренькому. Иди ты в сраку. Так, иди сюда, напарник. Садись давай. Во. Ништяк. Нормально. О, другое дело. Другое дело. Фух. Ник, я думала, он уже труп. Ты уверен, что он в себе? Да, да, он нормальный. Наверное.
Увы, мы получили видеоподтверждение о смерти президента Пэддок. Генерал Хэмлок объявил о распространении военного положения на все восточное побережье, поскольку угроза заражения остается крайне высокой. Генерал собирается лично осмотреть периметр Лос-Пердидоса и проконтролировать спасательные работы. Господи, куда этот мир катится? Дорогой, мне надо сообразить, где достать нужные детали. Дай мне пару часов. Так, и опять у нас тут такой бред пошел, что нужно осматривать место, то есть выполнять дебильнейшие квесты, которые никому не нужны, никому не интересны. Из разряда убей 10 зомби, чтобы ты получил кучу ПП. Вот, в общем, бред севейший кобыла, друзья. И давайте, знаете, как мы сделаем на этот раз? Кроссовки оденем. Вот. Я буду, значит, ждать, пока она там все это место исследует. И после того, как уже у нас квест появится непосредственно, мы с вами приступим к нему. Ну а на данный момент давайте мы серию-то завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте палец вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.